сейчас находимся на реке Северский Донец. Мы проводим плановое мероприятие, проводим профработу с рыбаками непосредственно на льду. Напоминаем о мерах безопасности, раздаем памятки. Бывают такие моменты, если лед тонкий, мы просим людей удалиться со льда. Учитывая то, что сейчас идут, так сказать, как выражаются, температурные качели, то плюс, то минус, то мороз, то дождь. И лед, он неоднородный, во-первых, по своей структуре. Ну и сегодняшние даже замеры на ограниченной площади показали, что лед не везде одинаковой толщины. То есть от 25 там, сантиметров и до 17-15 толщина на ограниченном пространстве – это довольно-таки большой перепад. Ну и учитывая, что не было стабильных морозов, структура льда, она не позволяет быть уверенным, что лед не сломается. Начнем с того, что необходимо, как сказать, подготовиться к выходу на лед. Не только подготовить удочки, блесны, там, или чем человек собирается ловить рыбу, но и подготовить средства для оказания там, помощи себе или другому пострадавшему. В первую очередь это пешня. Пешня нужна, необходима для того, чтобы при выходе на лед убедиться, что лед достаточно толстый и крепкий, чтобы он выдержал рост человека, вес человека. Вот. Следующий момент, который желательно иметь при себе, в своей сумке там, или в ящике, это веревка. Веревка диаметром от 8, там, 10, 8, 10 сантиметров толщиной. Желательно на обоих концах сделать две петли и на одну петлю сделать небольшой грузик, хотя бы грамм 50-70, для того, чтобы можно было подать эту веревку человеку, который, возможно, может провалиться под лед. Вот. Еще одно средство такое, которое можно при себе иметь, каждый это может купить в хозяйственном магазине, простые гвозди. Два гвоздя, сотка хотя бы, шиферные гвозди. Да? Их можно положить в карман, они много места не займут, но если человек провалился под лед, он может постараться их быстро вытащить, использовать их как штыри, как крюки, втыкая в лед, подтягиваться и самому выбраться из майны, из провала. Течение идет, вот, и из практика показывает, что если возле берега там 20-25 сантиметров, то прошел 5 метров, там уже может быть и 10, и меньше, потому что течение идет, вода в любом случае имеет положительную температуру, и она течение, вода подмывает толщину льда. То есть вода подмывает. А здесь у нас уже получается такая, сколько мы прошли? 10 метров, здесь уже 20 сантиметров. 20 да. Метров, да? Да, там 23-24, а здесь уже 20. Ну что там, это 5 метров прошли, да, 6? На глубину выйдешь, там будет поменьше, как правило. Поэтому делаем вывод. Находиться на льду, в принципе, нежелательно. Это никак не веревка, это конец Александрова. Это стандартное средство оказания помощи пострадавшим. Вот. Как я уже сказал, здесь у меня одна петля на руку одевается, здесь другая петля наиболее большего диаметра. Это человек на ее может одеть себе, пролезть туда полностью, одеть сразу так. У нас, так сказать, штатное средство спасения для оказания помощи пострадавшим на воде в любое время года. Но она уже была, скажем, таких в проверенных условиях? Да, это, так сказать, орудие труда, которое уже в течение моей работы, она, так сказать, оказывала
помогало мне оказывать людям помощь. То есть оно проверено и все, так сказать. Статистику не вели, сколько она спасла людей? Ну, вы благодаря ей. Нет, нет. Кстати, к сожалению, не вел, потому что у нас это не один. У меня, так сказать, конец Александрова. Разными в разное время пользуемся. Ну, это, так сказать, мой любимый, я везде с ним стараюсь ходить. Ну, не знаю, человек 5-6, я точно им, именно этим концом Александрова я помог добраться до берега. Ну, в основном в летнее время. Ну, в летнюю осень и весна, когда еще вода, так сказать, холодная. И с лодки подавал я конец человеку, чтобы помочь ему выбраться из воды. Это рыбак со стажем. Все знаю, что пить нельзя. Ага. Хотя всякое было. И под лед уходил, и по молодости. Да. А ну-ка расскажите нам, как это было. Да ну как. В канале в Узданецке. Там благо течения нету. Вот этот товарищ вытащил мой бур тогда из-под воды. А вас нет? Было холодно, поземка. Благо вот так был застегнут. И вот так провалился, я ушел. Но застегнутый, видать, вода сразу не зашла и выпрыгнул. А, то есть прям с испугу выпрыгнули сразу? Ну, понятно, купаться-то холодно. А когда дна достали, оттолкнулись или нет? Нет, 2 метра глубина, но течения нету. Ну да. И это, пока до машины дошел, вот так весь во льду. Ну, не простудились, все хорошо? Нет, на рыбалке не простудились. Ну, это главное, надо быть трезвым. А так, конечно, все здоровье слабенькое, можно горе хапнуть. Ну, вот вы говорите, что вы рыбак со стажем. Соответственно, как вы ориентируетесь? Можно, куда можно идти, где встать? Где ну, рыбаки, тут где... в основном одни и те же люди. Но это информация тут, передается. А не, ну а так пешня, да, такое сякое. Ну, уже как, морозы постояли. Аккуратно надо. Тем более вот тут-то хоть течения такого сильного нету. А туда он страшновато идти, конечно. Там обратка намоет. Ты так не видишь, а ее снизу может подмыть. Значит, там вода перемешивается, на дне-то теплее. И подмывает, и лунок уже много сверлят, может встретить на водоеме зимой, тем более, очень редко. Вы с мужем, наверное, приехали, да? Конечно. Сами не любите рыбалку? Люблю, очень люблю. Не боитесь под лед уйти? Нет, лед-то толстый, и рыбаков много, спасут. А бывали какие-то случаи подобные? Нет, еще нет. Я в этом году первый раз на лед. А, то есть готовилась. Это у вас дебют, да? Да. Ну как? Отлично. Нравится? Конечно, очень. А чем, вот, допустим, зимой же холодно, опять же. У меня костюм теплый, сапоги теплые. Ты там сидишь на солнышке, кайфуешь. Очень, очень интересно. Саркусят, а у меня соседка, с них делает, я вообще не знал, что с ними делать. Оказывается, варят как раков с этим. Да, Степанович да. Кушал, она как угостила, эти жабры выдергивают ее, да, представляешь? Да. Не чистить, бросает это, посолила укропу, а потом разворачиваешь, ну, вкус прекрасный. Вкус раков. Очень вкусно, да? Ну, пальчики оближешь. Деликатес. То есть вы сегодня рассчитываете на супчик?
А? Нет, сегодня отдыхаю полно. Хорошо, ну вот так вот примерно какой план у вас? Никакого плана, абсолютно. Это всю мелочь выпущу, а там десятка два соседки. На... Она вас потом угостит супчиком. Естественно. Так что пусть Петрович, приезжай на вареных окуней. Внимательно надо быть на льду. Внимательно, много всяких бывает, браконьеры вырубят майну, снегом заметет, бушить и нырнешь. Вот самое. Вы в детстве так нырнули, да? Да, вот так вот снегом замело и можно нырнуть. Ну, выскочил, да и все. Домой побежал, переоделся и дальше рыбачить. Вот так. Вот удачно, так. Да. Надо просто, всегда надо вот першню иметь, если тонкий лед. Правильно. Это лучше всего. Проверять, простукивать, это лучше всего. С буром, или идешь когда с буром, повнимательнее.